рады видеть вас в нашем замечательном зале. Сегодня очень волнительный день для всех нас. Сегодня наши дети прощаются с детским садом. Наш детский сад с утра украшен. Сегодня праздник выпускной, и мы гордимся нашим садом, ведь он для нас так дом родной. Мы прощаемся с тобой, детский сад. Видишь, годы, будто птицы летят. Мы прощаемся с тобой, детский сад. Неужели мы с ребятами уже повзрослели? Не ответь.
садом. Ну, конечно, и со своими любимыми игрушками. Были допущены наши
дети подготовительной группы детского сада. Звание будет присваиваться по следующим номинациям. Умники и умницы – лучший математик группы. Король живописи – лучшие художники. Королева музыки – лучший музыкант и певица. Фантазеры, весельчаки и балагуры – самые очаровательные и привлекательные. Очумелые ручки – лучшие самодельники. Герои спорта – лучшие спортсмены. Прима-балерина – лучший танцор, чем не президент. Для определения победителя было сформировано независимое жюри из числа сотрудников детского сада. Счетная комиссия подсчитала результаты. Имена победителей находятся в данных запечатанных конвертах. Номинация приглашается воспитатель, которая вела до нас вашу группу, Татьяна Витальевна. Умницы, лучшими математиками объявляются Медведева Виктория, Бондарева Екатерина, Долгорук Аня, Ковалева Ксения, Лукашина Мария. Румяных, налитых, два с кислинкой. Сколько их? Четыре! Так, потише, пожалуйста. Три котенка на диване. Два котенка у Вани. Теперь слушаем, ребят, сколько? Пять! Мы теперь убедились. Приглашается наша несравненная воспитательница Екатерина Николаевна. Номинации: великие художники, известные пока только в узких кругах детского сада. Лучшими объявляются Солотина Алиса, Никита.